Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Решающий звонок. Помощник президента провел прямую телефонную линию. Определять какие-то такие моменты, которые даже не всегда видно со стороны или там с рабочего места того или иного чиновника. Что больше всего интересует горожан? Наша сила в единстве. В городе проходит форум развития гражданского общества. Это и патриоты, это и женщины, это и молодежь. А все вместе – это Белая Русь. Какая программа? Подручный спасатель. В Бобруйске в последнее время увеличилось количество пожаров. Как ликвидировать пламя на начальном этапе? Сорвите пломбу, достаньте чеку. Одной рукой возьмите за рукоять, а другой – за наконечник шланга. А также предстоящий референдум, централизованный экзамен и сильный ветер. На четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, что покажет столбик термометра. Обратная связь. В Бобруйском горосполкоме прошла прямая телефонная линия. На вопросы горожан ответил помощник президента. За 2 часа Леонид Портнюк принял 10 звонков. Как получить ответы на вопросы, не выходя из дома, расскажет Ольга Васинда. Да, добрый день. Добрый день, Леонид Алексеевич. Да, слушаю вас. В горосполкоме проходит прямая телефонная линия. На вопросы жителей отвечает помощник президента. Первой до Леонида Мартынюка дозванивается Тамара Миченко. Помимо просьбы помочь с ремонтом кровли и водоотведением в доме на Тухачевского, женщина предлагает улучшить внешний вид Бобруйской крепости, установить там музейные стенды и проводить экскурсии. Главный посыл – сохранение исторической памяти. Огромная благодарность для тех людей, которые имеют вот такую активную жизненную позицию, которая позволяет находить узкие места, определять какие-то такие моменты, которые даже не всегда видно со стороны или там с рабочего места того или иного чиновника. В промежутках между обращениями инспектор по Могилевской области интересуется у представителей бобруйских служб и администрации районов строительством и востребованностью арендного жилья, ситуацией с COVID-19 и проблемными моментами в работе местного ЖКХ. За 2 часа помощник президента принимает 10 звонков. Они в основном касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Леонид Мартынюк заверяет, все вопросы взяты на контроль и будут решены в рамках законодательства. Да. Передайте, пожалуйста, нашу поддержку нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Спасибо. Все, до свидания. Мы за него молимся. Хорошо, спасибо. Только за прошлый год благодаря такой работе в Бобруйске оперативно отреагировали на 192 обращения. На решение некоторых ушло меньше суток. К слову, уже в субботу с 9 до 12 в горосполкоме, администрациях районов и на предприятиях ЖКХ пройдут очередные прямые линии. Здесь, не выходя из дома, можно будет получить ответы на многие вопросы. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Роковой тариф. Могилёвый таксист сбил подростка и попытался скрыться. ДТП произошло в конце прошлой недели около 8 часов утра. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля. Об инциденте сообщили прохожие. Нарушителем оказался 37-летний местный житель. Еще одно ЧП с участием перевозчика случилось накануне в Щучинском районе. При повороте налево мужчина не уступил дорогу микроавтобусу. В результате погибло 2 пассажира такси – 7-летняя девочка и ее бабушка. Сам водитель общественного транспорта в реанимации. Назначена экспертиза, возбуждено уголовное дело. Полевая царица, скоростной режим и новые правила. С 2023-го выпускники школ будут сдавать централизованный экзамен только по 2 предметам, что убрали из списка. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На референдум по Конституции Беларуси аккредитованы свыше 100 международных наблюдателей. Национальных уже одобрено более 39 тысяч. Прорабатывается также вопрос приглашения порядка 30 человек из стран ЕС. Досрочное голосование, напомним, пройдет с 22 по 26 число. Основной день – 27 февраля. С 2023-го выпускники школ будут сдавать централизованный экзамен только по 2 предметам – белорусский или русский язык и математику. При этом количество часов по иностранному учебном плане останется прежним. При поступлении в вузы будет учитываться годовая оценка в аттестате. Госавтоинспекция усиливает контроль за выполнением скоростного режима. Изменчивая погода требует от водителей максимальной концентрации и внимания на дороге. ГАИ пока не рекомендует менять зимний стиль управления. Даже незначительный гололед способен сделать машину неуправляемой.
Сельхозорганизации Беларуси готовятся к предстоящему агросезону. Один из акцентов в 2022-м сделают на кукурузе. Культура хорошо переносит как заморозки, так и засуху. Прошлогодний намолот, а это 1 540 000 тонн зерна, планируют увеличить на 20%. В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. На большей части территории ожидаются порывы до 24 метров в секунду. В целом день будет облачно, возможен дождь. Ночью синоптики прогнозируют до минус 2. В светлое время суток столбик термометра максимально поднимется до 10 градусов выше 0. Объединиться во имя будущего. В Бобруйске проходит форум развития гражданского общества «Мы вместе». В программе диалоговые площадки, акции, экскурсии. В качестве спикеров выступают парламентарии и представители общественных организаций. Гражданское общество, оно состоит не из одного человека. Гражданское общество – это и патриоты, это и женщины, это и молодежь. А все вместе – это Белая Русь. Главные темы – послание президента, новый проект Конституции и, конечно, предстоящий референдум. Продлится форум до 20 февраля. Планируется, что в нем примут участие порядка 300 человек. Укротитель огня. С начала года в городе и районе произошло 20 пожаров. Причины самые разные, от неисправной электропроводки до непотушенной сигареты. В некоторых случаях потушить пламя человек может и сам. Здесь главное оружие – огнетушитель. Каким пользоваться, покажет Карина Гуревич. Борьба спасателей с пожарами не сходит на нет. Только с начала года в городе и районе их 20. Стихия унесла жизни уже 4 человек. Буквально в понедельник в переулке Комсомольском полыхал дом из 3 квартир. В таких случаях паника – плохой помощник, а вот огнетушитель – напротив. С ним еще до приезда сотрудников МЧС можно уменьшить радиус пламени, а при небольшом очаге и вовсе потушить. Но эффективность устройства во многом зависит от правильного выбора. Большей популярностью пользуются, как показывает практика, порошковые огнетушители, потому что это своего рода универсальное средство пожаротушения. Порошковым огнетушителем можно затушить и твердые горючие вещества, жидкие вещества, такие как спирты, бензин, продукты нефтепереработки и так далее. Горючие газы, горючие металлы и электроустановки или электроприборы под напряжением до 1000 вольт. Использовать огнетушитель можно в офисе, на предприятии, в быту и автомобиле. Среди плюсов также низкая цена. Самый маленький в среднем стоит 20 рублей. Купить его можно через интернет или в специализированном магазине. Продаем мы огнетушители уже новые, с завода, заправленные, с этикеточкой. На этикетке можно посмотреть год выпуска. С него, значит, и считается 10 лет на баллон, 2 года на перезарядку. Для организации это с четверки и выше. С даты 10 лет на баллон тоже, 5 лет на перезарядку. В Бобруйске заправить порошковый огнетушитель можно в двух местах. Во второй части на Гагарина и в магазине по пожарному переулку. Перед приемом специалисты смотрят на срок годности баллона, а также на внешние признаки – вмятины, трещины, сколы. Их быть не должно. Помимо правильного выбора устройства, нужно еще и уметь им пользоваться. Поднесите огнетушитель к очагу возгорания, но соблюдайте дистанцию. Сорвите пломбу, достаньте чеку, одной рукой возьмите за рукоять, а другой за наконечник шланга и направьте на пламя. Наличие огнетушителя в доме – не прихоть спасателей, а действенный метод борьбы с огнем на начальном этапе. Какое бы происшествие ни настигло – загорелся утюг, плита или телевизор – алый помощник всегда должен быть под рукой, а не на дальней полке. Тогда имущество будет цело, но, что важнее, жизнь. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Мода – это не только одежда. ЗАГС подвел итоги 2021-го и назвал самые популярные редкие имена в Бобруйске. Наиболее распространенные в 2021-м – Матвей и София. В топе мужских – Максим, Михаил, Артем, Александр и Кирилл. В списке женских – Ева, Алиса, Ксения, Арина и Мария. Самые экзотические – Тед, Спартак, Аарон, Белла, Мадонна и Риана. Между тем, выбирая имя своему ребенку, сотрудники ЗАГСа советуют делать все-таки ставку не на оригинальность, а на гармоничное сочетание с фамилией и отчеством. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!